Ученые сейчас собирают деньги, такое краудфандинг это, по-моему, называется. Они хотят создать дрона, совмещенного со смартфоном. В общем, смартфон вставляешь в такой кожушок, практически как чехол, и сразу получаешь дрона. Управлять им можно со второго смартфона, то есть надо уже два телефона. И эта штуковина имеет три режима полета. Миссия, следуй за мной и свободный полет. Как бы возможности понятны из названия. Заявленная стоимость летающего чехольчика $250. Я вот это все дело рассматривал и думал, блин, где они были, когда мне было там 14 лет и рядом была женская баня. Но правда, у меня не было $250. У тебя больше того, у тебя и смартфона-то не было, когда тебе было 14 лет. Сейчас нет $250.